Открытие фонтана на Советском проезде со скульптурной композицией «Победитель» состоялось в день празднования 57-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. День был теплый, солнечный, и это было дополнительной радостью для видновчан. Душа поет. Это мой внук, который стремится быть военным. Ему 13 лет только. Он форму носит, да, готовится служить Родине. Как мы служили когда-то. Мне кажется, что вот чем больше будет напоминаний об этом, тем больше новое поколение будет ценить мир. Вот, и будут помнить, потому что это такое великое событие. Автор скульптурной композиции «Победитель» Олег Иконников, наш земляк, известный скульптор советского времени. К сожалению, трагически погибший уже в наши времена. У каждого народа есть глубинные пласты легенд, сказаний, сказок. И мне очень приятно, что мой город у меня нашел такой сюжет. Это легенда противостояния сил черного, зла и добра. Мне очень радостно, что в моем родном городе удалось эту вещь соорудить. Прошли годы. Фонтан на Советском проезде с победителем, символизирующим силу нашего народа, радует нас и по сей день. Людмила Медведева, Елена Кошлева, Видное ТВ.